В минувшую пятницу на сцене Сіверського дому культури стало світло. Ведь на ней зажгли юные вокалисты. Здесь прошел районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажигай». Перед началом выступлений ребятам пожелала удачи начальник районного управления культуры Галина Куралесина. Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы открылись на этой сцене новые звезды, для того, чтобы мы увидели, какого успеха, прогресса достигли те, кто успешно выступил в предыдущих конкурсах, фестивалях. Всем участникам от всей души желаю успехов, удачи, звезд, побед. Молодые исполнители из 8 поселений района выступили в 3 возрастных номинациях. От 14 до 16 лет, от 17 до 19 лет и от 20 до 25 лет. Свои силы в конкурсе попробовали не только солисты, но и вокальные ансамбли. Для исполнителей участие в фестивале «Зажигай» – важный жизненный опыт и проверка своих возможностей не только перед зрителями, но и перед строгим жюри. Участники показали высокий уровень исполнительского мастерства. Бурные аплодисменты сопровождали каждое выступление. Конкурс стал доброй традицией и прошел в районе уже в 16-й раз. Победители отметили в каждой из возрастных номинаций. Им вручили дипломы и статуэтки.